Здравствуйте, друзья, подписчики и гости нашего канала. Закончили мы строительство нашей печи. Сегодня с утра я уже немного убрал в доме. И сегодня мы растопим, первый раз растопим нашу новую печь. Ребята, которые ее строили, дали мне руководство по эксплуатации печи, как ее топить, все как, что с ней делать. Но это я еще пока не читал. Знаю, что изначально мне нужно будет использовать небольшое количество дров для сушки печи, ну а потом уже почитаю, что как дальше, и буду действовать уже согласно инструкции. Вот. А сейчас дрова я нарубил, забросим их в топку и посмотрим, как это все будет работать. Очень самому интересно, потому что очень хотелось себе новую печь, и теперь, конечно, хочется посмотреть, как это все работает. Ну, давайте приступим. Сейчас затопим, посмотрим. Так-то в целом-то я знаю, как топить печь, сам же в деревне вырос. Но как именно новую, ну, это тоже ничего сложного нету. Думаю, что все у нас получится. Сейчас заброшу сразу вот эти тоненькие дрова, и потом уже которые потолще. На первую растопку ребята сказали, что можно использовать 3-5 килограмм дров. Ну, у меня здесь 3 килограмма. Точно 3 я весы использовал, поэтому все согласно инструкции будет. Сломался у меня мой этот баллончик, который типа газовый. Поэтому пока сегодня будем использовать дедовский способ при помощи спичек. Ну, сейчас понаблюдаю, как что у нас будет дальше. Вроде как разгорается. Да, стекло с той стороны немножко запотело. Вот горит. Хорошо горит. Это наша духовка. Вот. Буквально минуты 3-4, как горит печка, но духовка уже немножко теплая. Это видно снизу. Это в печке окошко уже начинает просыхать.
хорошо заметно, как все греется. Сейчас, так как сама печка не нагреется еще, ну, этих дров недостаточно, до этого нельзя делать, то можно отапливать за счет духовки, открывать, немножко теплый воздух будет попадать в дом. Хотя у меня там еще все открыто, я уже, может, завтра заделаю, сегодня времени не будет. А так, в целом, вот такая комната. Можно ставить диван или кровать. И на случай, если жить негде, вполне пригодная для жилья комнатушка, домик. И вот сейчас постепенно, каждый день буду протапливать, пока это все не высохнет. Вот, зашел, посмотрел, дымоход. Все у нас тут хорошо, нигде не дымит. С этой стороны. Ну, плохо видно на камеру, но сам просмотрел, поэтому все хорошо. Не хотят наши куры пока нестись. Купил я им вчера, помимо зерна, сейчас вот еще комбикорм купил. Специально для несушек. Посмотрим, что из этого получится. Может, еще холодно. Да и на новом месте. Все, петух освоился. Уже они его не боятся, он их. Он до этого их не боялся. Все, буквально, может, минут 20 она погорела. Сгорела. Работает хорошо, все отлично тянет. Никакого дыма. Даже ребята предупреждали, что, возможно, когда открою, за счет того, что дверь большая, может быть, будет немножко дым сюда в дом. Нету никакого дыма. Все классно. Все хорошо. Духовка нагревается равномерно со всех сторон. Сейчас открыл, чтобы немножко она просыхала. Там вот угольки остались. Такой у нас столбик получился. Сейчас я на крыше. Ну, вообще на козырьке. Хорошая погода сегодня. Немножко ветер. Это классно. Сейчас вот им всем хлеба дал, так они тут все хрустят. Вот этих уже, этих и калифорнийцев уже скоро буду пересаживать в клетки побольше. И, наверное, отделю самок от самцов. Уже тесновато, тут может уже завтра и немножко позже пересажу.
Давно у нас уже никто не попадал в мышеловку. Та приманка уже высохла. Сейчас повешу новую, более ароматную. Будем надеяться, что кого-нибудь словим. Последний раз это была небольшая крыска. Меньше, чем первая, вот когда попалась. Эту мышеловку я вообще привязываю, потому что когда попадается сюда, то отсюда крыса не убегает. А с этих-то она убежит, как бы тут бесполезно привязывать. Уже если мышь попадет, она тогда остается. Уже, наверное, дня через три я взвешу наших французских барашек, им уже будет 3 месяца. Посмотрим, насколько они прибавили в весе. Ну, также калифорнийцы. Ну и дальше будем. Вот уже всех этих маленьких, которые у меня есть, тоже скоро буду рассаживать. Клетки у меня пока есть, поэтому посидят в этих. Просто все поменяю местами. Больших уже в этот. Тут место побольше, маленьких уже рассажу в эти клетки. Вот. Ну а так, на сегодня у меня уже все. Буду заканчивать наш видеоролик. Поэтому всем, кому понравилось, пишите комментарии, если кто хочет, подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья, всего самого наилучшего. Всем пока!